Сегодня, 21 января, в Анхольце прошла женская индивидуальная гонка в рамках 7-го этапа Кубка мира по биатлону. Победительницей стала француженка Жюстин Браза-Буше. Она допустила всего один промах. На втором месте также француженка Жулия Симон с отставанием 51 секунду и двумя промахами. И бронзу завоевала шведка Мора Брорсон. Она отстала от победительницы на 1 минуту 37 секунд и допустила два неточных выстрела. Лучшей из россиянок стала Ульяна Нигматуллина. Она заняла 10 место, допустив 2 промаха. Валерия Васнецова заняла 63 место с 7 промахами. Ирина Казакевич с 6 промахами на 65 месте. Напомним, вчера также в рамках Кубка мира завершилась мужская индивидуальная гонка, где первое место занял россиянин Антон Бабиков и бронзу завоевал Карим Халили.